Студенты Самарского строительно-энергетического колледжа почтили память героев России и Советского Союза. Вместе со своими преподавателями и членами областной общественной палаты ученики высадили аллею к столетию Михаила Гарнизова. Он сражался за родину во время Великой Отечественной войны, погиб в августе 1943 года. В его честь на торжественном мероприятии была объявлена минута молчания. Память о тех, кто защищал страну, на территории колледжа высадили 21 рябину. Это дерево было выбрано не случайно. Рябина испокон веков является символом силы, защиты и благополучия. Жены провожали своих мужей на войну, то делали крестики из веток рябины для того, чтобы защитить своего мужа вдали от дома. И как сегодня ребята сами сказали во время проведения мероприятие, что она будет символизировать те боевые действия, кровь тех солдат, которые погибли, защищая нашу страну. В высадке деревьев приняли участие около 200 студентов. Наши выпускники после окончания обучения уходят служить в ряды вооруженных сил нашей страны, поэтому ребята с большим энтузиазмом откликнулись на эту на этом мероприятии, активно приняли участие в подготовке, ямок для посадки аллеи. Ну и, как видите, с удовольствием работу все выполнили. Надо в каждой школе, каждом колледже создавать такие аллеи. Дети должны знать, что было, что есть и что будет в будущем. Потому что без знания истории у нашей страны, у наших детей будущего не будет. Так уже повелось, что мы должны быть вместе. И только вместе мы будем могучим кулаком, о который разобьется любой враг. Теперь аллея героев будет напоминать студентам о тех, кто пожертвовал своей жизнью ради их светлого будущего. Елизавета Прокопенкова, Николай Сидоров. События.